Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео я показала, как вот я сделала такими зигзагами круглую форму, ну не полотна, это деревянное такое, деревянная круглая форма, из которой потом можно делать часы. В принципе, результат очень интересный, но я специально не давала никаких добавок к краскам, чтобы не получать эти клетки. Но сегодня я хочу переделать. У тебя та же пропорция красок. Вот. И я добавлю профессиональный силикон. Буквально 4 капли. Каждый, потому что здесь довольно большая поверхность. Даже 3 капли я не буду добавлять. Значит, я использую две части DecoArt. Мне нравится этот фурмини. Я ее изучила неплохо уже. Вот. И я использую, значит, две части вот этого фурмини. Одна часть краски жидкой. Тоже от DecoArt. Металлическая. Металлическая. Значит, это Peacock. Peacock Pearl, серебряная, это фиолетовая, перламутровая, и, значит, Clear Green, перламутровая тоже. И я попробую сегодня другую технику, абсолютно другую. Покажу две разные работы, то есть одна работа, которая у меня уже практически высохла, вот это, видите, такого характера циферблат может быть, да, а эти часы ним совершенно по-другому, вот. И вот теперь можно, как говорится, можно сделать подарок. Сзади мы закрасим все аккуратненько, почистим. Вот, и все, и может быть уже практически отличнейший подарок. Вот, то есть можно сделать такие часы, мне понравилось. Даже не только часы, вы знаете, это может быть и подставка на что-то, например, там на сыр. Можно покрыть эпоксидной смолой, сделать такую подставочку на стол, например.
То есть вариантов использования может быть много. Или же на картину может быть. То есть взять в рамочку. Вот. И все. Теперь главное, чтобы оно высохло. Всем большое спасибо, кто смотрел. Всего хорошего. До свидания.